Целью проведения нашего митинга являются острые проблемы, которые обнаружились в нашем районе в связи с проведением в Ростовской области мусорной реформы. Сегодня мы, собравшиеся на этот митинг, хотим заявить свой протест против решения областной исполнительной власти о расположении мусорного комплекса на землях Мясниковского района. Мусорный завод – это строительство объекта, а потом уже складирование мусора. На сегодняшний день никто не построит нам этот объект. Все фильтраты полигонов попадают в грунтовые воды. Грунтовые воды, как известно, сообщаются с Доном, откуда мы пьем воду. Мы не против реформы. Мы против захоронения мусора на плодородных землях нашего района и вблизи населенных пунктов.